Обратная теорема Пифагора. Если в треугольнике квадрат длины одной стороны равен сумме квадратов длин других сторон, то этот треугольник прямоугольный. Если А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат, то треугольник ABC прямоугольный. Доказательство. Возьмем треугольник ABC со сторонами А, Б, С, у которого С квадрат равно А квадрат плюс Б квадрат. Докажем, что угол А равен 90 градусам. Рассмотрим прямоугольный треугольник А1, Б1, С1 с прямым углом А1, у которого сторона А1, Б1 равна А, и А1, С1 равно Б. По теореме Пифагора B1 C1 в квадрате равно A1 B1 в квадрате плюс A1 C1 в квадрате. Значит, сторона B1 C1 в квадрате равно A квадрат плюс B квадрат. Но A квадрат плюс B квадрат равно C квадрат по условию теоремы. Следовательно, B1 C1 в квадрате равно C квадрат. Откуда можно сделать вывод, что B1, C1 равно C? Треугольники ABC и A1, B1, C1 равны по трем сторонам, поэтому угол А равен углу А1, то есть 90 градусам. Треугольник ABC является прямоугольным. Теорема доказана. Все достаточно просто. Подписывайся, еще докажем чего-нибудь.